Где ты теперь? Это в гостинице таком интересненько. Как называется? Crazy House. Crazy House. Пойдем через низ? Может быть, вот так вот пойдем? Ну, пойдем вот так, через верх. Вот, каждая комната, смотри, комната кого-то, номер. Женщина. Да. Это комната тигра, Tiger Room. Гостиничный номер. Здесь кровать, камин. Да, окошко у нас показывает. Нет прямых углов в гостинице. Это же расписная такая. Это комната орла номер. Орел такой. А воды так и нет, смотри, смывает черпак и баклажка с водой. Да. Для чая, для чая все. Окошки, кроватки. Идем дальше. Ступеньки необычные, да? Ну да, ступеньки, да. Одна через одну. Может быть, вот так через низ уже пойдем, Паш? Вот такой садик здесь сделан. Такие кактусы. Колокольчик висит. Вот же. А вот жекфрут, хлебное дерево. Это комната муравья. Жанна жила. Не знаю. Нет. Комната муравья. 10 номеров, все разные. А вот, Лен, смотри, внизу. Такая пещера. Ага. Ну, крокодильчики. Беседка крокодила. Столики каменные, скамеечки. Ой, смотри, какая красивая вот там. Да. Очень необычненько. Где висят вот эти штучки? Экстравагантненько все. Как декорации к сказке, да? Пойдем так. Пойдем. Ну, это красиво, как группа открыть, да? Ну да. Пойдем наверх. Смотри, пошли с этой стороны, покажу. А вот и паук настоящий, мы же его придет. Да, точно. Вот настоящий паучок еще сидит. Все на паутинке.